Эти актрисы играли добропорядочных жен и заботливых мам, но в реальной жизни оказывались жуткими скандалистками, плетущими интриги за спиной у коллег и разрушающими чужие семьи. А ведь с первого взгляда и не поверишь. Сейчас мы назовем все имена. Алла Пугачева. Примадонна всегда считалась одной из самых скандальных звезд советской эпохи. Она частенько капризничала, хотя за подобное поведение и получала нагоняя от вышестоящего руководства. Из-за скандала, который она устроила на съемках фильма «Рецитал», было принято решение отменить проект. Другая история относится к 1987 году. Тогда певица хотела вселиться в любимый номер во время гастролей в Ленинграде. Но администратор что-то напутал, и номер уже был занят. Естественно, Пугачева закатила истерику. Позже администрация гостиницы придала историю широкой огласке. Она долго не сходила с первых страниц газет, а Примадонну за подобное поведение тогда осуждали даже самые преданные поклонники. Нина Русланова и Валентина Малявина. Нина и Валентина близко дружили много лет. До тех пор, пока у Малявиной не начался роман с молодым актером Станиславом Жданько. Вернее, до тех пор, пока и Жданько, и Малявина не перестали получать роли в кино и театре. Валентина не смогла справиться с этим и пристрастилась к алкоголю. В апреле 1978 года Валентина Малявина позвонила в милицию и сообщила, что ее гражданский муж Станислав Жданько наложил на себя руки. По ее словам, он давно находился в депрессии из-за неудач в карьере и много пил. В тот день они якобы выпивали вместе, но потом Жданько ушел в комнату. Там его и нашла Валентина. Родственники Станислава Жданько потребовали пересмотра дела и добились своего. В начале 80-х состоялось второе слушание, на которое пригласили и Нину Русланову в качестве свидетельницы. И она дала показания. Вот только совсем не те, что ожидала ее подруга. Русланова свидетельствовала против подруги, поскольку была убеждена, что произошло убийство. В ответ Валентина Малявина прокляла Нину Русланову прямо в зале суда. «И ты, и твоя дочь счастливы не будете!» – воскликнула она. Дочь Нины Руслановой, актриса Олеся Рудакова, всегда посмеивалась над этим проклятием. А вот Нина Ивановна долго была уверена, что Олеся не вышла замуж именно поэтому. Любовь Орлова. Женщина обладала необыкновенными утонченными чертами лица, что привлекало внимание миллионов зрителей, и имела довольно трудный характер, но это не помешало стать ей легендой. Любовь Орлову за глаза называли «великой гадиной». Актриса была всю жизнь в напряженных отношениях с Леонидом Утесовым. Женщина однажды обиделась на него за острое словцо во время съемок и запомнила это надолго. Людмила Гурченко. Милая и симпатичная Людмила Гурченко пользовалась популярностью у мужчин благодаря невероятно стройной фигуре. Такую же тонкую талию, как у актрисы, мечтали иметь миллионы женщин Советского Союза. Однако за миловидностью скрывался трудный характер. С Гурченко мало дружить, ей нужно служить, позже скажет ее подруга, актриса Татьяна Бестаева, добавляя, что Гурченко имела склонность превращать всех своих мужчин в обслуживающий персонал и требовать от них безоговорочного поклонения. Женщина часто ссорилась с коллегами, родственниками и друзьями, так как найти компромисс с красавицей было довольно сложно. Беата Тышкевич. На съемках «Дворянского гнезда» своенравная полька Беата Тышкевич вила веревки из Андрея Кончаловского. Режиссер был влюблен в актрису, а та предпочла ему бедного фотографа младше себя. Когда Беата отказалась пустить слезу в кадре, Кончаловский не выдержал и отвесил ей пощечину. Много лет спустя актриса простила режиссера, ведь фильм стал классикой. «Он это сделал ради 300 миллионов зрителей», — говорит Тышкевич. Маргарита Терехова. Маргарита Терехова подчинила себе одного из самых почитаемых режиссеров СССР – Яна Фрида. На съемках фильма «Собака на сене» актриса постоянно подтрунивала над Фридом, бросала колкие фразы в его сторону, выстраивала мизансцены, как ей угодно, и срывала съемку из-за любой мелочи. Но результат налицо, а победителей, как говорится, не судят. Наталья Гундарева и Татьяна Доронина. В начале 80-х годов обе актрисы служили в театре имени Маяковского и не могли поделить ни роли, ни сцену, ни звание главной примы театра. Они постоянно конфликтовали, но до поры до времени этот конфликт держался в рамках допустимого.
пока однажды на глазах актрисы Татьяны Васильевой не случился скандал, вошедший в историю театра. На одной из репетиций спектакля, в котором были заняты все три актрисы, между Гундаревой и Дорониной вспыхнула перепалка. В какой-то момент Наталья ударила Татьяну по лицу, и ругань перешла в настоящую драку. В одном из своих интервью Татьяна Васильева говорила об этом случае так. «Это были две сильные женщины, одна из которых должна была уйти. Ушла Татьяна Доронина. Может быть, дело в том, что она была на 14 лет моложе соперницы, и ей откровенно благоволил главный режиссер. А может, Доронина сама не захотела продолжать это соперничество. Так или иначе, но Гундарева до конца осталась настоящей царицей Маяковки. Вернее, до тех пор, пока у нее не случился инсульт и не пришлось покинуть сцену. Но друзья актрисы вспоминают. Заболев, актриса раскаивалась во многих своих поступках, в том числе, что выжила Доронину из театра. Лариса Гузеева. Лариса всегда отличалась яркой внешностью и пробивным характером, чего сама и не отрицает. Женщина мечтала о всенародной любви и море внимания, чего легко добилась. Сейчас звезда ведет передачу «Давай поженимся», где нередко застает врасплох даже самых раскрепощенных участников. Александра Яковлева. Актриса театра и кино Александра Яковлева обладала необыкновенными внешними данными, которые помогли звезде быстро завоевать популярность. Однако за глаза девушку называли ведьмой, за сложный характер. Угодить актрисе было очень сложно, особенно противоположному полу. Наталья Фатеева и Наталья Кустинская. Актрисы сыграли лучших подруг в знаменитой комедии «3+2» и мгновенно прослыли первыми красавицами Советского Союза. Актрисы так убедительно сыграли свои роли, что многие были уверены. Они близко дружат не только на экране, но и в жизни. А на самом деле Наталья Фатеева была уверена, что Кустинская увела у нее мужа, летчика-космонавта Бориса Егорова. Кустинская в одном из своих интервью утверждала, что никого не уводила, это Фатеева отбила Егорова у первой жены, просто взяла нахрапом, он ее не любил. А вот Кустинскую полюбил с первого взгляда. Так или иначе, но по словам Натальи Кустинской, Фатеева ей отомстила. «Мне моя тезка навредила преизрядно. Меня после многочисленных проб утвердили на главную роль в фильме по книге Томаса Манна «Волшебная гора». Снимать картину должны были в Мюнхене, а моими партнерами по площадке уже были выбраны Шон Коннери и Шарль Азнавур. Я готовилась к отъезду, как вдруг мне позвонили и сообщили, что сверху пришел приказ за границу меня не выпускать. Оказалось, приказ отдал первый заместитель председателя КГБ, земляк Брежнева, Цвигун, у которого в ту пору в любовницах была Фатеева. Была ли это действительно месть брошенной жены или совпадение, неизвестно. Но известно, что построить счастье на чужом несчастье не удалось. Наталья Кустинская была замужем 6 раз, но свою жизнь закончила в одиночестве и забвении. Олег Ефремов был одним из самых известных и популярных актеров и режиссеров Советского Союза. Нет нужды лишний раз перечислять фильмы, в которых он снимался, и театры, которыми он руководил. Болезненная тяга Ефремова к алкоголю не была секретом, и в советское время в актерских кругах о его запоях ходили легенды. Александр Ширвиндт вспоминал, что ему не один десяток раз приходилось все бросать и мчаться утихомиривать перебравшего товарища. По его словам, особенно сильно в этом состоянии он любил крушить машины, припаркованные у театра. Причем в некоторых случаях объектом недовольства становился личный автомобиль артиста, а в других – чужие машины. В МХАТе об этих слабостях Ефремова знали, поэтому после очередного скандала завели в штате специального комиссара по трезвости. Он был оформлен как ассистент режиссера, но никакого отношения к творчеству не имел. Его единственной задачей было неустанно и ежесекундно следить за артистом, особенно на важных мероприятиях. Но однажды артист от него улизнул, а затем нецензурно выругался в присутствии генсека Болгарии. К счастью, тот спокойно на это отреагировал. Олег Даль. Едва ли не главный талант 70-х годов, Олег Даль был непростым человеком. Он так и не нашел своего режиссера, который смог бы до конца раскрыть все грани его таланта. Современники вспоминали о нем с теплом, но честно признавались, многое зависело от состояния, в котором находился артист. Проблемы с горячительными напитками превращали его в неуживчивого и вспыльчивого человека. Сергей Захаров.
эстрадный певец, чей талант мгновенно сделал его популярным, через несколько лет после начала карьеры исчез с экранов. Захаров попал в тюрьму и во время заключения работал на стройке. Однажды он что-то не поделил с администратором мюзик-холла, и между ними произошла драка. Соперников разняли, но в антракте Сергей продолжил разбирательство. Вместе с несколькими друзьями он тяжело избил администратора, за что в итоге был приговорен к году лишения свободы. Александр Кайдановский, самый известный советский сталкер, всегда отличался непростым взрывным характером, поэтому часто становился зачинщиком драк. Он признавался, что из театра его попросили уйти, поскольку пару раз он слишком основательно выпил. А в 70-х, когда его карьера только начиналась, Александр едва не угодил в тюрьму. Вместе с коллегами он отправился в ресторан, чтобы отметить премьеру новой ленты. На улице он отказался следовать за дружинником, который решил задержать артиста. И тогда Кайдановский сильно его избил. Актеру дали условный срок, принимая во внимание положительные отзывы о нем, а также беременность супруги. В последующие годы он не раз затевал драки. Из-за одной из них он даже не получил роль у Тарковского в его драме «Ностальгия». Борис Андреев, известный советский артист, был лауреатом двух сталинских премий. После съемок в фильме «Трактористы» его карьера пошла в гору, однако в жизни актера сразу же начались неприятности. Сначала в 1939-м он вместе с Петром Олейниковым напился, а затем устроил дебош. Артистам захотелось поспать, но для этого они решили разбить витрину магазина и устроиться на мягком диване внутри. Утром их обнаружили милиционеры, но они были поклонниками таланта актеров и отпустили их в обмен на совместную фотографию. Гораздо более серьезным был скандал 1941-го, когда Андреев позволил себе нелестные высказывания в адрес руководства страны и избил двух новых знакомых, которые оказались чекистами. Актера арестовали, но вскоре отпустили. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Мы читаем их, и нам важно ваше мнение.